Я думаю, что конкурировать с МВФ будет очень тяжело. Это опытная компания, много лет работает на финансовом рынке. Если к 2015 году эти четыре страны смогут реализовать через этот банк какие-то серьезные проекты, я думаю, что это будет хороший, но локальный банк, который сможет решать локальные задачи именно этих четырех стран. Выходить на международный уровень, я думаю, с сегодняшними проблемами в России, в Бразилии, не говоря уже там про Индию, очень тяжело. И тот же Китай замедляет где-то свое действие. Поэтому я думаю, что это, если и будет, то инструмент локального влияния.